Я хочу поговорить об уходе за кожей. Одно из преимуществ, которые есть у Oriflame и в прямых продажах, это возможность рассказать людям, как правильно ухаживать за кожей. Ведь Oriflame занимается не продажей косметики, мы продаем красоту. А красота — это не результат работы отдельных косметических средств. Красота — это научный подход к уходу за кожей. Говоря об уходе за кожей, мы подразумеваем ежедневное комплексное использование ухаживающих средств. Потому что красота кожи зависит не от одного конкретно взятого продукта, а от целого комплекса средств, которые предлагает вам Oriflame. Первое, что вы должны делать, когда просыпаетесь утром, это понимать, что в течение ночи с кожей произошли изменения. Она подверглась множеству процессов, в результате которых ее верхний слой покрылся ороговевшими клетками, и вам надо их смыть. Используйте наши очищающие средства. Благодаря им кожа станет чистой и ухоженной. Вся правда в том, что даже после использования очищающих средств вы видите, что чистота кожи не совсем идеальна. Вот почему вы прибегаете к помощи тоника. Тоник полностью удаляет остатки загрязнений, которые остаются на поверхности кожи после сна. Именно такую процедуру очищения мы предлагаем вам пройти, чтобы по-настоящему эффективно очистить кожу. После того, как вы очистили кожу, а именно воспользовались очищающими средствами и тоником, следует приступить к нанесению ухаживающих средств. Нужно понимать, что кожа вокруг глаз гораздо чувствительнее, чем кожа на других участках лица. Именно поэтому следует пользоваться специальным кремом для кожи вокруг глаз. Будьте аккуратны при использовании крема. Наносите его подушечкой безымянного пальца легкими точечными прикосновениями на область под глазами. Теперь приступайте к нанесению сыворотки. Особенность действия сыворотки состоит в том, что она проникает в глубокие слои кожи, доставляя клеткам активные компоненты, и желаемый результат достигается гораздо быстрее. И уже после этого наносите дневной крем. Дневной крем вы наносите на кожу лица. Пользоваться дневным кремом важно, поскольку он обеспечивает именно тот результат, которого вы ждете. И кроме того, он содержит SPF. SPF — чрезвычайно важный ингредиент. Он защищает вас от негативного воздействия окружающей среды. Находясь на солнце, вы на самом деле подвергаете кожу губительному воздействию ультрафиолетовых лучей. Пользуйтесь кремом, содержащим SPF, и вы обеспечите коже защиту. Эта процедура ухода за кожей утром и днем, а вечером перед сном вы выполняете эту же процедуру снова. Но теперь вместо дневного крема вы наносите ночной крем. Почему? В состав дневного крема входит SPF, который защищает кожу от солнечного излучения. Ночью вы не нуждаетесь в защите от солнца, а важно то, чтобы процессы, происходящие в это время суток, были максимально эффективными. Вот почему не стоит наносить дневной крем ночью, а пользоваться именно ночным кремом. Он активизирует процессы, происходящие в коже во время сна. Следуя этой программе, вы как консультант, как лидер, как покупатель Oriflame придерживаетесь научного подхода, ухаживая за кожей. И речь вовсе не о косметической продукции, это касается красоты. И не только красоты в целом, а красоты вашей кожи. Кожи, которая будет с вами до конца ваших дней. Мы знаем, что от того, как выглядит ваша кожа, какие ощущения она испытывает, будет зависеть то, что чувствуете вы. И мы хотим, чтобы вы пользовались самыми лучшими средствами. Благодаря этому вы будете ощущать себя лучшими, вы сможете легко общаться, приглашать больше новых людей, вы сможете больше продавать, вы станете еще успешнее. Так, чтобы начать по-настоящему успешную карьеру с Oriflame, важно иметь представление о правильном уходе за кожей. Знание основных этапов правильного ухода за кожей — залог успешной карьеры с Oriflame, залог вашей привлекательности. Желаю вам удачи в уходе за кожей.